Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении лидера одной из националистических организаций Украины Дмитрия Корчинского. По мнению следствия, в своих выступлениях Корчинский публично призывал к осуществлению террористической деятельности и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма и других регионов Российской Федерации. В ближайшее время в отношении его будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В рамках другого уголовного дела в отношении участников праворадикальной организации УНАУНСО уже вынесено постановление о заочном избрании Корчинскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительными органами Российской Федерации будут предприняты все исчерпывающие меры для розыска и привлечения к уголовной ответственности Корчинского. И пусть не сомневается ни он, ни Ярош, ни Музычка, ни им подобные, что тяжкие преступления, совершенные на территории Российской Федерации, как, впрочем, и призывы к таковым, не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные органы в состоянии защитить не только своих граждан, но и поставить на место взорвавшихся последователей Бандеры, которые, как известно из истории, способны убивать только мирных беззащитных граждан. Ну а место, которое им уготовлено, это транзит через скамью подсудимых до учреждения российской уголовно-исполнительной системы, где их с таким нетерпением уже ждут многочисленные соратники по УНАУНСО.